Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня я покажу вам вот такой крутецкий набор. AT-ST, очень классный артикул. Количество деталей, фигурки я не помню, не знаю где, но просто он у меня есть. Я хочу вам его показать, все его классные функции. Но сначала покажу вам еще вот такого классного генерала Гривуса. У него целых 4 меча лазерных или световых, кому как бы больше нравится. У него вот здесь вот есть 2 руки. И еще вот здесь вот есть такие руки. Он может их убрать, может поднять. Зацените, правда классный. Он как бы говорит: подпишись на канал, бро, поставь Лукас, ты лучший. Вот, вот такие у меня есть дроидыки, дроидеки. Они сворачиваются в кино в колобок. Потом у них силовое поле, и они такие пи-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 пи. Очень классные ребята, очень сложно джедаям с ними справляться. Вот такие 2 одинаковых, они очень крутые. Ну что ж, и сам набор. Где фигурки, я без понятия, но он, смотрите, это вообще постоянно в «Звездных войнах», перезапуски, незапуски, очень много похожих наборов, однотипных, ну типа, они выпускались давно, дети выросли, растут новые, новые наборы, нужно все больше и больше, поэтому вот такая вот реплика 15-го года, если ошибаюсь, пишите в комментариях, насколько сильно я ошибся. Но он тоже очень крутой, у него есть, смотрите, что. Вот здесь пушки, такая мощная лазерная лучевая пушка такая. У него вот здесь вот такие вот пушки. Вот так они умеют делать. Здесь пушки в виде 2 мечей. Но это не все его приколюхи. Он умеет делать вот так вот. Где повстанцы? Нет повстанцев. Вот здесь у него тоже, смотрите, вам не видно. Ну, думаю, я не спрячусь, видите? Вот, вот я про что и говорил в прошлом выпуске, что можно это красиво делать. Вот смотрите, видите, здесь лазерные пушки. Ну, лазерные такие стрелы. Вот они проходят снизу, но здесь вы руками не делаете. У вас есть 2 рычажка, вы их нажимаете. Сейчас покажу как. Па! Видите? И пулька вылетает. Очень годно сделано. В том наборе так не сделали. Почему? Странно. И вторую пульку нажимаете на рычаг. Пау! Вот так вот. Очень круто они вылетают. Значит, по кабине. У него открывается мало того, что просто верхний люк. Туда можно, видите, заглянуть. Никого нету. И закрыть люк, да, соответственно. Но у него поднимается эта крышка целиком. Вот такая у него поднимающаяся крышка. И там у него, смотрите, что там у него есть. Во-первых, это наклейки. Вам сейчас покажу поближе. Наклейки, чтобы понимать, что происходит. Это панель, видите, приборная, там очень интересная панелька. Здесь у него бомба лежит, видите. Чтобы, если что, он мог взорвать соперников или взорвать, не знаю, себя. Я не знаю, как работает. И вот очень классный, он такой, знаете, как вот это прям для коллекционеров, такого даже жалко играть, реально, он прям такой, только вот, ну и, конечно же, у него двигаются ноги, очень странно, они крипово двигаются, но сейчас покажу как. Главное не сломать ничего, подождите, они же двигались. Ну вот. Эти верхние не двигаются, а вот эти двигаются, но смысла того, что они так двигаются, вот этот носик еще тут какой-то поворачивается, непонятно, зачем это так сделано. То есть вот так его поставить, в раскоряк он стоять не будет. Надо именно их до конца подводить. То есть зачем? Чтобы он стоял ровно вот так вот? Ну, не знаю. Оп, и тоже, конечно, все отвалилось у меня, естественно. Но это нормально. Нормально. Вот. Вот такой был крутой выпуск. Подпишись на канал, поставь Лукас, нажми на колокольчик. И пиши в комментариях, что думаешь по поводу этого набора. А с вами был Лучший Ведущий. Пока-пока.